вы можете делать все, что хотите. Еще раз, да. Можете проседать, можете садиться на шпагат и стенки показывать. Главное, чтобы жюри, а это у нас зрители, зал наш жюри, выбрала именно вас на Киеве, на русской ярмарке. Все это будет происходить в парке. А после вместе все баллы, как баллы, а мои родители, включить автодом, а потом мы уходим. Ну что, сразу все у нас готовы, тогда кому же достанется подарок из России.